Тож Ірина Шевчук, власниця шоу-руму, від шоу-руму завітала до нашої ранкової студії. Доброго ранку вам. Так, ну і що, перше питання, хоч звідки взагалі пішла мода, оце відкривати шоу-руми і чим вони відрізняються від звичайних магазинів? Что касается разницы шоу-рум от обычного магазина, да, во-первых, это атмосферность. То есть человек приходит в шоу-рум, у него есть возможность присесть, отдохнуть, выпить кофе, шампанским, также можем угостить гостя. То есть он не в попыхах, бегает, купил, не купил, ушел. То есть здесь более атмосферное место для него. Также, скажем так, это индивидуальный подход к каждому клиенту. Во-первых, учитывая то, что продукция не масс-маркета, есть определенный сегмент целевого рынка, который обслуживается у нас в шоурумах. Поэтому, скажем так, люди, которые приходят, получают индивидуальный подход. То есть человек, который обслуживает, он запоминает вкусы, любимые какие-то бренды, то есть своего клиента, и в дальнейшем сможет уже более качественно обслужить и дать ему вот этот вот подход, который необходим. Тут, як я розумію, що от наступного разу, да, наприклад, якщо жіночка знову завітає до вас, вона вже може не хвилюватися, спеціалісти підберуть їй такий одяг, який їй пасує, порекомендують, так, або щось нове розкажуть на її смак. Да, конечно, учитывая то, что каждый еще придерживается плюс-минус своего стиля, к которому он привык, да, в течение жизни, то, безусловно, уже ему порекомендуют согласно его стилю, а так как в шоу-руме представлены разные стили, поэтому, да, я думаю, в этом плане идеальный подход обеспечен. От ви відкрили шоурум, так ми бачили нещодавно. Як взагалі ви брали ідеї, звідки, щоб відкрити саме отакі різних брендів, чому саме так, як взагалі йшла робота, от розказуйте. В течение года шла работа, подготовка к этому проекту. Бренды отбирала лично я. То есть я ездила по Украине, по маркетам больших городов. Это Киев, Одесса, Харьков. Также мы работаем с николаевскими дизайнерами. Вот я представлена сейчас в платье николаевского дизайнера Арины Будариной. Начиналась вся идея с того, что мне самой хотелось стильно одеваться у нас в городе. То есть не выезжать в столицу, в ближайшие крупные города, у нас в Николаеве, как бы иметь тот уровень, где можно качественно одеться. Поэтому эта идея нашла распространение среди моего окружения, среди моих знакомых, и я думаю, среди многих жителей города Николаева. Слухайте, ну от ви вибираєте одяг самі, так? Підбираєте дівчатам, що зараз в тренді, що зараз модно, от на що звертати увагу дівчатам, миколаївським модницям? Ну, скажем так, во-первых, должен быть базовый гардероб. Что касается более современных трендов, то вот у нас представлены сезон весна-лето, это топы на тонких бретелях, опять входят в моду пайетки. Что касается брюк, это брюки чинос, кюлоты. Платье, в принципе, по платьям крой очень такой разнообразный, скажем так. Поэтому приходите, будет детально узнать. Тут фантазия может разгуляться, так? Да. А от чего краще відмовитись? От що краще закинути поки у шапку? Я не буду рекомендовать четко от чего-то отказываться. Вы у нас можете узнать более детали базового гардероба. Что касается того, чтобы полностью отказаться, возможно, то, что вышло из моды, но, в принципе, при правильном умении миксовать вещь, то есть создавать правильный лук, правильную капсулу, можно, скажем так, подобрать образ для капсулы брюки, допустим, уже более не новой модели, то есть которая есть у человека, и подобрать вот верх капсулы из нашей коллекции. Я все ж таки хочу повернутися до шоу-румів, мені цікавиться це питання, от у багатьох проводяться тренінги. Чи будуть такі у вас, і що це будуть за тренінги? І хто може до них завітати? Як ви кажете, віковий цільовий сегмент, хто це може бути? Безусловно, у нас будут проводиться мероприятия. Ближайшее 12 мая будет проводиться мероприятие. Это уже близко, да, очень близко. Будем обучать имиджу, стилю. Будем учить подбирать лук, подбирать капсулу участниц. Возможно, посмотреть на себя новым взглядом, новыми глазами. То есть это еще зависит от цели. То есть женщина какую цель преследует. Это цель достижения в самореализации в бизнесе. Либо это более романтический настрой, то есть встретить свою вторую половинку. То есть в зависимости от цели женщины подбирается ее лук, ее капсула. То есть на этом мероприятии вы сможете это получить. Будут дефиле профессиональной модели, в том числе, которая будет показывать образцы одежды нашего шоурума. Поэтому приходите 12 мая, 12 часов дня. То буде цікаво, можна буде прийти подивитися. От на тренінгах буде допомагати розбирати там стиль, да, жінки? Да, да, якщо просто стиліст прийде, то чи буде у вас якийсь стиліст, що підбирав, допомагав, чи як?
Вы имеете в виду просто это приобрести мероприятие? Безусловно, конечно. Наш шоурум работает со стилистами николаевскими. На мероприятии будет участвовать тоже стилист. Поэтому, безусловно, конечно, это возможно. Як цікаво. Я думаю, варто завітати, щось про себе дізнатися, нове для себе відкрити, цікаво. Ну, і хочеться ще запитати, от що таке буде бути стильною, наскільки миколаївцям є якийсь певний, чи є у миколаївських дівчат якийсь певний стиль, чи от у нас різнобій такий? Чим відрізняються миколаївські дівчата, так? От, зокрема, я тут додам, що у Львові дуже полюбляють от носити капелюшки, знаєте, от, залежно від сезону, від пори року, там це шляпки, якщо взиму, у Миколаєві. Чимось відрізняється таким чи ні наші дівчата? Я вважаю, що в місті Миколаєві дуже індивідуальний стиль у дівчат. Тобто, бути стильно – це бути собою. Коли дівчинка приймає себе, свой стиль, свой образ, тогда она находит вот ту изюминку, которую она может зарекомендовать себя в обществе. Ось тепер ви знаєте, так, тепер для вас є свій секрет. А взагалі просто будьте завжди на позитиві, вдягайтеся завжди з гарними емоціями, будьте завжди гарні, завжди привабливі. Дякуємо нашій гості Ірині Шевчук, власниці шоуруму, за те, що пояснила нам, чим звичайний магазин відрізняється від шоуруму, де можна у нас в Миколаїві тепер підібрати для себе якісний одяг і де вам допоможуть створити свій стиль. Дякуємо вам.